всегда, начиная с 6 лет. Баскетбол у меня в жизни был 9 лет. Я играл в баскетбол и очень успешно достаточно за школу свою. Потом за музыкальное училище. ЦСКА всегда был одним из лучших баскетбольных клубов в Европе, в мире, не знаю. Ну, в мире, конечно, не на самом первом месте, но, тем не менее, наш капитан в НБА прославился очень неплохо. И мы гордимся этим. Это и есть настоящий патриотизм. Приехать на чужбину и стать там звездой. Вот это кайф, понимаете?